Здорово, народ, это видеоблог «Две хаски», мы приехали на Аку, она вон там, с Максом, он тут. Привет. Будем ловить на фидеры, ловля у нас будет новая, интересная, приехали с ночной рыбалочкой, будем сегодня ставить палатку, в общем, смотрите, будет интересно, погнали. Ух, уже грязно. Все в такой каше, очень удобно и чувствуешь себя прекрасно просто, когда по ней идешь. Смотри. Офигеть! Это собака. Наша подруга. Водичка такая прозрачная. Приятная. О! Телевизор взял. Блин, что за только не найдешь просто. Это сеть. Это телесеть. Из-за этой грязи тут даже палатку нельзя поставить. То есть, конечно, мы сейчас будем больше делать акцент на более удобное место, чем нежели более рыбное. Какое-то более перспективное. Не, все, я даже не пойду тут. Наконец-то определились более-менее с местом. Тут можно поставить палатку, вот более-менее сухой участок. Так, друзья, Макс пока ставит палатку. Я думаю, мы сейчас замутим прикормки. Так, тут у нас сухарики. Это высыпаем. Обычная прикормочка. Так, все, не будем сейчас высыпать. Сейчас перемешаю и замочу пойду. Такая она получилась. Видите, цвет у нее такой. Какой-то светло-темный. Ну такой, кстати, вот прям под грунт. Похож. Похож. Песок такой с илом как будто получился. Я думаю, неплохо. Макс! Я занюхнул прикормки, блядь. А в десна тиранит. Я думаю, неплохой товар. Нормальный, нормальный. Я могу ее даже по одной насаживать. Блин, ну случайно как-то много черпанул, хотел понюхать. Нормально пахнет. Прикормочку замешал. Такая вот она получилась. Хоп, сразу, да? Хорошая консистенция. Сейчас она постоит. О, Макс тут уже шатерчик поставил. Ну что, мы потихонечку подготавливаемся к рыбалке. Так, оп. Хоп. У меня тут, конечно, подсвильней. Но я все-таки хочу вот эти кусты облавливать. Вся рыба вся возле кустов. По слухам. Ну и тут вроде какие-то кустики. Будем копать червей. Оп. Фига их тут сколько. Второй. Чуть земельки им. Беленькие, как надо. На них клюет, говорят. Хоп. 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 Мы, конечно, взяли обычных красных. Но я думаю, на этих будет клевать поинтересней. Немного насобирал. Я думаю, пойдет. Сейчас она чуть-чуть еще постоит. Дойдет до консистенции огонь. Как-то вот так, наверное, будет стоять наше удилище. Достаем.
Так, колокольчик. Специальная выемочка есть такая. Средний, да, поставил. И 100-граммовую кормушку. Пришли к мастеру рыбной ловли. Ну, кстати, у меня также загинает. Да? Ну, да. Ну, выглядит волжанка ничего так. Не, нормально выглядит. Как дед учил. Пу-пу-пу. Да ё-моё. Просто тык и все. Ну это ерунда. У меня поводок стоит 0,25, ребят. 0,25. Понимаете, да, у меня поклевка будет видна. Кидаю прям вот под этот куст. Далеко не кидаю, сейчас вся рыба стоит возле берега. Но пока вот у меня что-то не идет. Макс вот кидает чуть подальше. У него там что-то проклевывается. Вот такой вот я поставил шок-лидер. Опа, есть, что-то есть. О! Да. Слушай, а на уху-то нормально, да? Ушицу-то надо сварить, ребят. А то что, приехали? Ты просто так, что ли? Ну, и меня с почином. Хоть и ёршик первый, но все равно было приятно. Хоть рыбу чувствуется, кстати. То я два раза вытаскивал, не пойму. То ли сидит, то ли не сидит. Это что это такое вообще? Пакет? С прикормкой. Подожди. Пацачек, пацачек. Оп-оп, я приму, ребят. Нифига. Оп. Слушай, ну тут килограммовая где-то. Ну, хоть поймем, на что здесь люди ловят. Нет, Сабанеев. Ретро зеленый. Вот. Ключик. Пойду в мусор выкину. Хо-хо. Макс поймал. Окунь? Да, да. Мне кажется, окунь, не? Ой, смотри какой, ну прям пузанчик. Короче, ребят, у нас это, кофе-брейк. Сейчас будем варить макарошки. Что, друзья, готовимся уже к вечеру. У нас уже 8 часов. Утеплились немного. На улице становится прохладно, уже 10 градусов. Кстати, майские жуки полетели. Да. Можно поставить сетку. Сеточку. Будем ловить завтра утром. Я уже все закончил ловлю. Я наловился.
Всем доброе утро. Мы проснулись. Что, время 6 утра, сейчас попытаемся что-нибудь поймать. Переехал к Максончику поближе, потому что вот эти, под этими кустами я ловил всего лишь где-то метр с чем-то там. Вот, а там вроде как поглубже. Такой сразу свал идет, мы прям под берегом ловим. С мужиками тоже пообщались, тоже сказали, что что-то сегодня вообще плохо. Вчера, точнее, плохо. До этого плотва брала, а сейчас что-то не берет. Ну, будем пробовать. О, Максик под бережочек сейчас кинул. У него сейчас груз так немного сместится под кусты. И там рыба должна стоять, по идее. Ну, возможно, она, конечно, где-то там, но здесь так ловить нереально. Тут надо груз, наверное, 140 минимум ставить. У меня 120 груз смывало прям. Поэтому для именно дальней дистанции какой-то здесь надо искать совершенно другое место, нигде мы сейчас ловим. Да. Что-то кто-то есть, по-моему. Да, она его полностью заглотила. Слушай. Вот это обнорс? Да. А у тебя моя это? Шкрыня просто. Надо укорачиваться. Надо сантиметров 30 ставить, мне кажется. Насаживаю пол червяка вот так. До этого насаживала, она его просто обгладывала и все. А так вот хоть я начал видеть поклевки. Моя точка. Да, ребят, ночью очень сильно замерзли. Просто нереально. Все-таки еще на улице где-то градус 4. Надо было брать зимнего снегиря и теплообменник. Да все, тут еще мы нормы выловили. Плотва подлещик. Угу. Осталось 5 ершей или сколько там? 6 и еще где-то. И десяток клейком ловить. Ну поплыву. Ох, ё-моё! Что такое было? Это была это, как её? Андатра? Андатра. Вон, смотри. Вон она. А, это бобёр. Бобёр? Бобёр. Плавает тут. Смотрите, какой слом погоды. Бам! Круто. Такая граница. Ну, они уходят. Ну, конечно. Мы час сидели в темноте, и опять солнышко вылезло. И все, и просто опять. Классная погода. Все. Такая вот у нас тут красотень. Сидим. Максимум прям вообще под берег закинул. Как и, в принципе, должны ловить были. Ну, посмотрим. Ну что, друзья мои. Как и сказали до этого, норму мы выловили. Плотва и подлещик, и где-то с десяток уклеек. Ерши только не клевали. Тут пробегали рыбаки. У всех вообще вот такие вот сазаны клюют. Так что будем готовить сейчас ушицу. Смотрите, какая уклейка. Готовченко. Рыба почищена. Так. Макс там дровишки собирает. Сейчас почищу картошечку, морковку, лучочек.
ты, ё-моё, ребята. Ну, выглядит это аппетитно. Подостыл повкуснее. О. Не, сидит. Ты ее даже не видишь. Ну что, друзья, мы заканчиваем свое путешествие. Ну да. Дай палку какую-то. Ну, может быть, сейчас мы найдем миску и закончим наше путешествие. Ну, в общем, поймали то, что поймали, отдохнули, загорели. Искупается еще пару минут. В общем, ребят, поймали, как поймали. Будем еще пробовать, будем ловить. Макс сказал прочитать книгу по Фидру. Как ловить лещей. Ну ладно, мы будем собираться. Так что смотрите, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. И вот он. Все, пока-пока.